Ярмарка учебных мест прошла сегодня в Нринмаре во Дворце культуры «Арктика». Свои вакансии для студентов и выпускников школ представили образовательные организации региона, вузы и некоторые предприятия. Информацию о будущей работе можно было получить из первых уст и даже попробовать себя в профессиональном мастерстве. О том, как все прошло, узнаете из следующего сюжета. Инна Валей – будущий повар. Она студентка второго курса Ненецкого аграрно-экономического техникума. Сегодня на ярмарке учебных мест Инна вместе с одногруппницей дает мастер-класс по приготовлению блинов. Ну, во-первых, как бы нужно аккуратно разливать тесто, чтобы его не разлить и не пролить. Вот у нас тут блинница немножко нагревая, и тесто убегает вперед. Видите, нам упор прям убегает, и как бы нужно за этим следить. На ярмарке техникум представляет самые востребованные в округе специальности. Нехватки абитуриентов нет, а выпускники всегда находят трудоустройство. На следующий год мы будем вести набор на технологов хлебобулочных и макаронных изделий. Сегодня у нас студенты второго курса пекут блины. Профессия в округе очень востребована. Специалистов даже приглашают с других регионов, потому что идет нехватка специалистов в нашем регионе. Такое погружение в будущую профессию полезно, считают специалисты. Помимо этого, здесь проводятся различные мастер-классы. То есть это в основном проводят мастер-классы наши среднеобразовательные профессиональные учреждения. А вот Ненецкий аграрно-экономический техникум показывает мастер-класс по направлению повар-пекарь и ветеринарное искусство. Вот. Ненецкое профессиональное училище показывает мастер-класс тоже повар-кондитер. И помимо этого на улице у них размещены два автотранспортных средства. Это Трэко и автомобиль УАЗ, где, в общем-то, каждый желающий может, в общем-то, ознакомиться с данным автотранспортом и попробовать себя в качестве начинающего автомеханика, автослесаря. Помимо профориентированных учебных заведений, на ярмарке представлены три вуза. Потенциальные студенты здесь могут получить консультацию, узнать нюансы поступления. Кроме того, свои вакансии представляют организации, например, авиаотряд, поисково-спасательная служба, военный комиссариат. Профессия спасатель, которая включает в себя много дополнительных специальностей. Это и водолазы, и высотно-десантные работы, и работы на высоте. То есть здесь мы объясняем студентам, что необходимо знать, уметь и какие дополнительные специальности нужны для того, чтобы прийти к нам на службу. Выпускник пятой школы Данил мечтает о небе. На этой ярмарке он смог получить подробную консультацию представителей Нринмарского авиаотряда. Учеба предстоит сложная. Я хочу стать будущим пилотом. И я подходил к стойке, там, где рассказывают об этом, и узнал о некоторых учебных заведениях, в которых мне поучиться может быть. Ярмарка учебных мест – ежегодное мероприятие для школьников и студентов. Благодаря такой профориентационной работе большинство из них получают возможность определиться с выбором. Ольга Руслова, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».